поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Не первый раз прохожу эту игру. Хватит скулить, гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Все же, сколько бы раз я не проходил, все так же интересно. Так, тут уровень вроде скоро. С модами поинтересней, потому что все париться, бегать там, продавать на каждых 60 килограммах особо интереса нет уже после нескольких прохождений. Тут уровень, кстати, второй будет, и будет навык. По модам-то у меня особо тут записал, надо проверить моды, работают они вообще или нет. Вот, например, мод на трофеи улучшенные. Его можно проверить только когда получишь трофей. А трофей первый у нас с Грифона. Консоль еще есть. Но с консолью особо там нечего делать. Это только в случаях, если вдруг какой-то предмет куда-то забагается или что-то. Ну, такого у меня никогда не было. Все это барахлище потом можно продать. Бесполезная. Вот HD текстурки. Умение, как всегда, качается у меня первая алхимия. Как всегда. Не могу без алхимии. Считаю, что самое важное, по-моему, иметь вот эти вот интоксикацию высокую, потом напиток и вот это все барахло. Из желтых, кстати, можно что-то типа метаболизма. Не знаю, будет ли это так нужно. Это точно не нужно. По большому счету, техника школы кота вроде как берется в обычной игре. Вот до этого играл хост мод, а вот решил перепройти. Вроде тут без хост мода ничего не менялось, поэтому технику школы кота берут для быстрой атаки. Там и криты, и урон. Если на тебе комплекты именно школы кота. Ну и не школы кота, а именно легкий доспех. Ну а это, конечно, здоровье и урон от мощной атаки. А здесь у нас идет энергия и знаки. Кстати, сет алхимика, как школы Мантикоры, это у нас средний доспех считается, поэтому будет увеличивать энергию. Но это, опять же, это еще в Тусенте. До туда еще далеко. Что у нас вообще тут можно по алхимии? Ни хрена нету, надо сейчас пошариться. Еще нельзя приготовить. Вот выполнено задание не так много. Чертеж я пошарил у бандитов один, там вроде как стальной меч. Ведьмачи это у нас у колодца и дополнительные без вести карты. Карты всю игру собирать. Сирене крыжовник. В
глоссарий, кстати, бестиарий, персонажи, интересно почитать книги. Не знаю, что там ремесло, особо тут ничего не почитаешь. Жуть что-то может делать. Слиток темного железа. И книги вон есть. Книги есть, задания, а есть всякие разные заметки. Ну это мы все в курсе. Это где сковородку делали, это заказ. Это про брата. Тут допрос, это про ведьмака. По гвинту здесь показывают карты, которые осталось собрать в какой-то локации. Мастеров 47, это просто играть походу. Сердитые заметки. Вот, можно, в принципе, выполнить сейчас это задание. На поле на это сбегать, почистить заодно эти вопросы. Ну, просто пошариться, пособирать все. Кстати, быстрое путешествие по ходу работы. Знает, что завтра будет. Неприятности ищешь? Ищем хозяина позже, когда будет безопасно. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Да хранят тебя боги! Хватит скулитку. Поищем хозяина позже. Часто ты разговариваешь со своей собакой?
Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нимфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. А мужики жизнь отдают. Может, получится срезать. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Что, драться расхотелось? Гнездо гулей, надо его уничтожить.
Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Столько трупов. Война только началась. Кстати, масло работает, вон висит. Эй, ты куда идешь? Ты что, хотел, чтобы меня сожрали гули? Хватит носиться, как кот за клубком. Помоги мне. Эй, ты куда идешь? Медальон дрожит. Это место силы. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
похоже на какой-то квест. Что-то квест идет. Труп как труп. Сам я не узнаю, Бастин ли это. Труп как труп. Сам я не узнаю, Бастин ли это. Труп как труп. Сам я не узнаю, Бастин ли это. Хватит носиться, как кот за клубком. Помоги мне. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что? Это он? Нет. Не похож. Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Может, это он? По-прежнему ничего. Он его учуял! Гусар учуял Бастина! Вперед! Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин, он... Он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги.
Не давай ему продохнуть! Жалкое зрелище. А твоей жопой я сам займусь. Thank you.
еще можно сдаться. Ну, пиздец. Далеко я зашел. Староват я для таких переходов. Thank you.
Ну, сколько мне еще ждать? Thank you.
со мной. Отсюда изливается магия.
место силы. Хорошо. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
спасатель! Ну, сколько мне еще ждать? Медальон дрожит. Это место силы. Thank you.
вижу. Сколько мне еще ждать? Это место силы. Отсюда изливается магия. Гнездо Гулей, надо его уничтожить.